Если интересует прибыльная дельце, ювелирный магазин Ашот Файн. Им как раз поступила крупная партия кровавых алмазов. Но есть нюанс. Они большую часть камней помечают лазерной микрогравировкой. Нужно найти сканер и отсеять меченый товар, иначе придется этим заниматься позже. А это влетит в копеечку. Легенды слева направо. Фуга, как этот мем Сквидвард, когда сексуальный. Оля, это что за страна, ребят? Нью-Йорк, что ли, страна? Да мне как пройти? Я не могу дорогу перейти. Давайте, типа, мы две настоящие семейные гей-пары. Просто посмотрим, что тут по ювелирочке вообще, кто с кем. Не, одна пара. Мы все одна. Квартет геев, короче. Мужики, хватит угнетать женщин. Отойдите от нее. А почему вообще квартет геев, когда я женщина? Я вообще не с вами. Я не понимаю, почему квартет геев. Да, вы че, блин, геи? Гордон украл. Гордон уже своровал, блядь. Че-то украл? Че-то украл Гордон. Карточка с прилавка, да. Мы сейчас как в Скайриме наворуем. А что ты за карточку украл? От чего? Не, я кольцо вот это красивое. А, ну и хватит, поехали. Смотри, тут прикол. Тут охранник так-то ходит где-то аккуратно. Вот он, охранник, тихо-тихо, за машиной прям идет вот этой. Я обошел его. Да, нормально, я тоже обошел, отлично, ребят. Я открываю окно, окно вскрыто. Давай. Все, заходим. Нельзя без маски. Закрываем окно, закрываем. Охранник назад идет. Я одеваю маску, ребята. Нет, стой, Фуга, рано. Надо еще в другую сторону было сходить. Ты чё? Он убил. Он убил Фугу. Ой, Фугу, говорю. Блять, его тараканы едят, ему лицо. Я их потопчу. Тараканы, да, потопчите тараканов. Все нормально, я договорился. Жесть, сука, прям вонючий параша его. Давайте президента убьем. А, там какой-то мутный, очень крутой человек. Президент. Куда его спрятать? Так, подожди, надо хорошее место найти. Проник, мужики, я проник. О, он проник к президенту, тихо. А, там еще один охранник идет за дверью этой. Блядь, куда труп? Сюда. Нормально. Держится за стену. Куда там Гордон пробрался? А, подождите, президенту насрать. Он бычок выкинул и злобно его давит. Настолько ему насрать. Че ему? У него, возможно, какой-то стресс в жизни. Че там за восклицалка? Президента убил! Зачем? Ой, президент наш друг! Я его связал. Он нормально к нам относился? У него тут с телефона можно что-то скачать. Он развернулся, когда я качал. Прикройте президента. Что там? Что там? Много, хватит гнобить президента. У нас есть QR-код. Я знаю, что это. QR-код? Нас теперь впустят в клуб. Давайте еще пойдемте по городу прогуляемся. Там может еще что-то... Ой, нет, там темнеет в глазах, ребят. Фу, чуть сердечный приступ не устроился, блин. Там сердечный! Приступ, не иди туда. Где там? Блядь, давление падает. Не иди, говорю. Видите, слышите, через минуту тетя выйдет на улицу, она крутая, что-то знает, умеет, и она нам нужна. Вот. Через минет? Ой, чё, блядь? Через минуту, я хотел сказать. Сейчас я украду колечко. Ой, я тебя прикрою, давай. Кради, брат. Вот это тетя должна. Кради, брат. Пока не иду, сейчас. Нет, тут люди, стойте, зашли. Охранник еще к нам идет какой-то. Охранник что-то к нам идет. Здравствуйте. Он охраняет кольцо. Он решил такой, так, постою там, странные парни крутятся. Ребят, я взламываю QR-код, короче, мне надоело. Ну, на красную кнопку. Тихо. Ладно, трогай. Я сдаюсь, ребят, сдаюсь. О нет, ребят! На меня наручники надели. Блять, пацаны, вы чё меня вот так оставите? Я вам дверь открыл, а вы вот так просто меня оставили. Попробуйте открыть вот эту дверь и выстрелить с глушителя мне в наручники. Я отвечаю, получится, ребят. 100% получится. Привет, давай, стреляй в наручники, брат. С глушителя. Нихуя. Бля, мужик напрягся, охранник напрягся, что-то сзади. Ой, там Малаган, ты картину поломал. Убивай его, убивай. Правильно, вот так тебе, тварь. Вот так тебе, нахуй, за наручники месть.
Ща, я отвечу, нормально, блядь. У меня тут какой-то гражданский зашел. О, нет! Нет! А из-за чего? Наверное, вот что-то не так сказали мы. Ну, короче, надо не суету не наводить, ребят. Суету не наводим, все. Вот тут на улице явно надо взломать окно. Как президент. Вы давайте там, да, президента хорошо заломайте. Я одно окно вскрыл. Смотрите, кстати, лайфхак покажу, смотрите. Что такое? Чтобы нам потом лучше было, просто подходим и делаем вот так. Да им вообще насрать. Они такие, ну это, наверное, какая-то, блин, инспекция. От солнца. Так, вот, охранник. Но он тут не будет домогаться. Сейчас вот он ушел. Я вот это взломаю. А что, на тебя смотрят? Тебя снимает скрытая видеокамера. Все хорошо, я взломал. Я ее отвернул. А как ты так взломал ее? Программист учился. А можно ее отломить? Ой. О! А что ты на меня? А, это ты направил? Давайте я вот так спрячусь, вот, вы скажете, когда он выйдет, я выйду и накажу его. Нет, охранник, спаси меня. И ты такой, пах, блядь. Да, 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 да. Не, давай, короче, ему наган будет тебя бить, а ты такой, охранник, спаси меня. Тихо, он же... Ой, сюда, вы чё? Просто ёбни ему. Блядь. Нормально, ладно. Ну, а, отвечаю, братья, отвечаю. Ай, я женским голосом, кстати, отвечаю. Тихо. Блядь, кто тут возле камеры пиликает? Да я тут это, труп прячу. Все, блядь, я сам себя снимаю, я сверху вижу, как я сниму. А вы данные не скачали? А, я труп повесил! Надеюсь, оно не спалит. Я штрих-код украл, нормально. У него? Все, я отключил камеру. Я отключил, ой, да, ну типа я не сижу за камеру. Так, ворвались внутрь. Что дальше, ребят? Надо найти, да, где отключать камеры. А ну сел, блядь, сел, щенуля. Тихо, я его уведу пока, ребят. Я пока займусь уважением всех от греха подальше. О, здорово, мужики. О, можно нажать вот это, интересно? Это ядерная бомба. Не надо, не ядерная надо. Бомба. Бля, не могу вот, стоять. Смотри, вот какие штаты уничтожат. Вот, смотри, на карте а если я нажму патроном, считается? Давай, взламывай, Гордон. Ща, я это через Bluetooth перекинул себе данные. Так, тихо. 737, окей. Да, 7737. По-моему, меня... охранник идет. Так, что я с ним делаем? Его пытаемся его обойти. Не я не знаю, где он. Он вроде в эту сторону шел. Ладно, так. Открывай, Артём. А открывай, где дверь, которую открывай? А, вот это? Вот. Открывай, туда заходим. Открывай. А вы уйдите, унесите. Кого и закрывайся. Я отвечаю, все хорошо. Ребят, а я это, не умею камеры отключать, как это делать? А не все, ты убил мужика, который следит за ним. А, это не камера отключать, это мужика отключать называется. Камера отдыхает, сейчас надо теперь сигнализацию вырубить. Да. Давай. Давай! Что, выключили электричество там или все да, такое? Да, электричество выключил. Я себе так, все, вперед тогда, воровать изумруды. Поднимайтесь, чтобы позвонили тете. Сейчас надо сначала улики собрать. Это, а что за улики? Там где-то в подвале надо взять улики, чтобы тетке позвонить? Можно уже звонить, да. Тетя идет, ребят. Так, взяли тетю. Все нормально, тетя в руках. Так, тетя, давай свой глаз туда, блядь. Засовывай глаз! Все, нормально, можете убивать. Давайте, алмаз. А как, что надо делать? А кнопку нажать? Жму. Поехали. Алмаз скрыт. Кручу скрывай. Алмаз. Взламываю. Я пойду. Бери, Мунаган, бери. Так, и тут, короче, сканер, наверное, который определяет, какие камни брать, какие нет. Сумки в него кидать надо. Кто без маски? Выйдите аккуратно, люди будут на вас ругаться или нет? Не, похуй. Ну все, нормально, носите пока, нормально, носите. Да вот, четенько, вообще охуенно. Бля, охуенный способ выходить. Тут еще и до машины быстрее получается. И сумка прям в нее залетает практически. Ну давайте подумаем, может и не будем грабить главный зал. А че? Надо подумать, сколько мы забрали денег. Нам мешает, ну не знаю, машина уедет, придется стрелять. Машина уедет, скорее всего, я отвечаю. Ну ничего. Ну хотя плюс деньги, да. Да, давайте потихо попробуем. Охранник идет. Фуга, охранник идет. Чувак, а, тут еще какой-то чел у меня был. Вот я чувака украл у них, украл чувака. Все, на минус чел в зале. Фуга, да, контролируй охранника, я пока людей ворую. Мы так весь город украдем, они будут заходить в магазин, а мы будем их воровать. Стоп, вот тут никто не паникует. Вот эти не паникуют. Убирай его, Гордон, убирай. Стойте, они всегда спиной стоят, можно на счет 3. О, звонит. А где он? А, он на мне. F. Да. Отвечаю. Так кто-то на меня смотрит. Нормально, тихо. А это чё? Гражданский сбежал. Поднял шум. Ну ладно, тачка у нас там еще и стоит, не знаю, выходим на ней или воруем? Не, ну заебись, потому что по-другому
Нам, надо, нам надо уже перки, чтобы вот уходим, этот зал взломать. Уходим. Надо дать сигнал об эвакуации. Я пошел давать. Так, сигнал. Давай, дай сигнал. А я пока засуну вот сюда все. Зал, а где все заложники? А че они мертвые? Подождите, это я их убил? А, по-моему, я когда-то в состоянии спецэффекта, да, застрелился зачем-то. Вот они лохи, блин, конечно. Ой, у меня что-то... А-а-а, ниндзя ко мне забежал! Мои, сука, сокровища, пошел нахуй! А, машина внутрь заехала! Все да. На месте бегут. Все на месте бегут. Нет, блядь! А у меня, короче, машина сквозь текстуры внутри ювелирки ехала. Я полетел на вертухе. А, все, ошибка подбора игроков, отключение от сервера.